Всем доброе утро. У нас вот такая осень на улице. По-моему, 17 градусов. Будет 22. Так что так, смотрите, как классно. Жгут. Прям пахнет костром. Жгут листву. Море спокойное. А я на работу иду. Не знаю, бабушка говорила, что сегодня придет на химию, но она говорила на той неделе. Но она может и передумать и сказать, что я на следующей неделе приду, поэтому не знаю. Химию я не очень люблю делать, точнее, я ее совсем не люблю делать, потому что, ну, это такая нудятина, целых два или, может быть, даже больше часа вот это вот накрутил бигуди, в общем, да, ну, ничего. Ох, уже открываться надо, а я тут за тобой подбираю. Дома включила духовку, сейчас буду делать, ну, что-то типа наподобие мяса по-французски. Я же вчера мясо побила, вот, сделаю картошку с кабачком, вот, о, у меня тут помидоры, оказывается, есть, муж купил, запарился, а что это, это икра я спрятала, вот, но картошку я, сыр вижу, есть, знаете, не была всего неделю, такое ощущение, что я и не отлучалась никуда. Да, такое почему-то ощущение у меня сложилось. Так, что у меня тут еще есть? Ну, ничего, больше не надо. Помидор, кабачок, в общем, все дела. И нарезала уже картошку. Вот, чистенькая, зеленая. Так. И сейчас я ее положу вот так вот на низ. А сверху уже положу мясо, чтобы весь вкус... Вкусный соус, там, который мясо выделяет. Оно же у меня замаринованное, там с лимончиком, со специями. В общем, отдавал картошки. Вот. И будет мне такая вкуснятина. Это вообще одна картошка, но что-то мне кажется, ее будет и достаточно. Что-то она была большая. И ничего на свете лучше нет. Чарли уже улез наверх. Он любитель у меня позагорать. Хотя не холодно, говорю, 20 градусов. Не, наверное, еще одну почищу. Ну, так все получается. Отправляется в духовку. На нижнюю полку поставлю, чтобы картошка так прям это... Ну, если получится, поджарилась. И 180-200 градусов. Минут на 40, наверное, я так думаю. А еще я салатик уже себе настругала, чай заварила. Буду сейчас горбушу порежу на кусочки такие. И, в общем, заморожу ее, положу в заморозку, чтобы она не пропадала. И заодно попробую, вкусное или невкусное. Вот получилось по 3 кусочка. Вот. И один лишний. Я его сейчас слопаю. И заодно посмотрю, что там за такая горбуша. Может быть, она трава травская. А трава отравская. Рыбу очень люблю. Соленую, не соленую, хоть какую. Аж слюни текут. Вкусная, малосоленая.
вкусная. Да мне вся любая рыба вкусная. Хоть какую давай. Да. Сейчас чай попью, пока готовится. С медом. Вот такие вот у нас пироги. Даже косточки ем. Ну сегодня какой-то прям мукбанг, или как там его назовешь-то. Конскую колбасу-то. Я не попробовала. Будем пробовать. Пахнет, конечно, она чесночком. Очень вкусно. Какая-то жирная попалась. Сладковато. Мясо сладкое. А так как вяленая говядина. Да. Вкусно. Напробуешь, я сегодня не буду ничего есть. Вы знаете, я как дурак. С игрушкой. В общем, я пропылесосила все, хожу с этим пылесосом. Я даже пыль пропылесосила вот с этих. Ну вот отсюда. И я не нарадуюсь на свой пылесос. Смотрите, вот у меня все открыто, да? И вот из каждых щелей все, кстати, на улице ветер теплее, чем дома. Ну это как у нас обувь, вообще прям жарко. Вот. И все. Такой насадкой пыль протерла. И все, прочистила. Ну, там еще пылюка осталась. Вообще, прям довольна-предовольна. Поставила цветы. Но они, им кобздец, наверное, уже все пришел. Этот он сразу прям засох. Не то, что я его там перелила или что-то. Он прям сразу, видимо, какой-то полудохлый был. И все, ему кобздец пришел. И этот что-то непонятно. Вот, фиалка. Тут, а этот так вот, вот и цветет. Блин, ну ветер прям теплый, знаете, летний. Летний. Так, а этот надо полить цветы мне все-таки. Ну, этот вот как-то не знаю. Это я от Матронушки привезла. Сушится у меня тут вот так. Вот. Потом буду в чай добавлять. И вот так, вот как-то так. Потихонечку, помаленечку убираюсь. Полы надо сейчас помыть. Точно, пока все открыто и готовится еда, я сейчас полы протру. Ну все, ветер такой поднялся. Все, пришлось дверь закрыть. Кстати, многие думают, даже у меня и родственники, что у нас тут двери нет, представляете? Есть у нас все, и двери, и все. Просто у нас всегда открыто, чтобы Чарли заходил наверх. Но когда мы куда-то уезжаем, оно обязательно закрыто. Ой, водички ему свежие налила. Так, еда моя уже приготовилась. Можно доставать и кушать. Сейчас разберу вот эту гору одежды и буду собирать сумку в спортзал. Мы сегодня идем на улицу гулять, да, гулять пойдем, гулять, вот как он хвостиком виляет, да, на улицу пойдем, да, в свое привычное место, в парк. Мама на парке? Мама в парке? С именинью, ой, мой гуапу. Так что да, я в инстаграм выставила фоточку с Аней, топа не скучаю, прям сил нету. Блин, зачем так привыкала к ней? Ну что, мы в своем парке любимом. Тут ничего не изменилось, как было загорожено. Не было тогда всего полторы недели. Хотя по ощущениям, как будто год целый прошел. Ну вот, Чарли дела делает. Я что-то кулючилась, думаю, что холодно. Ветер поднялся, а тут такая жарища вообще.
В общем, а я в пижаме, как всегда, и вот не знаю, как ее снять. Блин. И мы пекинито. И мы чикитина, но я не верми. Я пришла с спортзала. А Чарли меня не встречает. Чикитина. Ми бебе, донде ста? На кровати. Донде ста ми бебе? Донде ста ми чикитура? Вот где. Тут у меня бардак. А чё ты не встречаешь меня? А чё ты не встречаешь? А? Мама, вот это чучи? Да. Да. Венга? Венга, ты вот это чучи? Маму? Венга, маму? Клэро. Ой, сумку поставила. Скажи, мама, чё ты сумку поставила? Мне некуда вставать. Да, сейчас вкуснятину, вот эту дам, ему нравится. Вы знаете, я такая Маруся, это пипец какой-то. Я сегодня в спортзал пошла, значит, и забыла, во-первых, забыла наушники. Ну, думаю, посижу, позанимаюсь и... Нет, крем не ешь. Ну так, любовь у нас сейчас. Полюбуемся немножко, сейчас расскажу вам. Что со мной случилось? И... Все? Вот. Сторис поснимаю, кстати. Заходите в Инстаграм, ссылочка внизу. Внизу. Поснимала сторис. Позанималась там на одном тренажере. Знакомая встретила. Поболтала с ней. Вот. И потом пошла на зумбу. Такая довольная. Все, началась зумба, минут 10 позанималась. Потом что-то смотрю на часы, думаю, что-то они не вибрируют. А я там с подругой переписывалась, говорю, что она мне ничего не написала, что ли? И такая, стоп, а телефон? Смотрю, ну там, где я бутылку свою с водой ставлю и полотенчика, а телефона нету. Твою мать! А я его на тренажере, там такой табло же есть, и вот где подставка для телефонов. Поставила, позанималась и пошла. А телефон... Я же не привыкла к телефону, поэтому я его и там и оставила. Я бегом из зала такая, раз бегом, пробегаю, там тренажеров 10 у нас таких одинаковых. А я не помню, в какой стороне, по-моему, серединки, то ли, но не с краю точно. К одному подхожу, нету, к другому девушка такая, я говорю, телефон не был тут, она говорит, нет, вот это мой. И мужчина такой рядом стоит, говорит, что ищете? Я говорю, телефон. Он говорит, а какой? Я говорю, Samsung. А цвет какой? Я такая стою, смотрю на себя, говорю, а что, непонятно? Вот, ну он так смехом. А я стою в розовой майке, все у меня розовое. Я говорю, конечно же розовый. Он такой смеется, голос совсем пропал. Говорит, иди, я его в этот, на ресепшн оттащил. И я бегом на ресепшн, говорю, я тут телефон забыла. Ну, они мне отдали быстренько. Конечно, я там все серьезно, никто его не сворует. Но я могла без телефона уйти домой спокойно. А потом бы всю ночь не спала, и весь день бы не спала, и думала бы об этом телефоне. Представляете, какая Маруся, забыла напрочь. Но я не привыкла его с собой брать. А это, говорю, я с подружкой переписывалась. Интересно было, что она там мне сообщала. Вот, и так вот он у меня там и остался лежать. Ну, блин, вообще... Кстати, я думала, что будет намного тяжелее, что за неделю там тело забудет, упражнения, все дела. Нифига. Даже мне еще легче заниматься было, чем тогда, представляете? Так как мышцы никакие не болят, но завтра бодипам, это когда именно вот штанга и все дела, и приседания. Вот завтра у меня будет все болеть, это точно. Вот, а так прям вообще зашибись, так классно. Только вот голос куда-то уходит от меня, покидает меня голос.
И петь не поется. А еще я сейчас иду, все балконы наряжены, все стекла горят, сверкают, а у меня нифига нет никакого новогоднего настроения, никакого. Я вот сегодня убралась чуть-чуть, у меня уже там уголок чисто, видите, это мой шарфик лежит. Надо еще придумать конфеты, надо их сбагрить, в общем, детям там, да, с гостинчик. И туда, не знаю, в общем, есть одна мысля, подписывайтесь, чтобы не потерять эту мыслю. Задумка для Нового года, что-нибудь сотворим. Елку не хочу ставить, сразу говорю, потому что как бы вроде бы как и некуда мне, что ли, ее. Нет, место нашлось бы, но, в общем, подписывайтесь и все увидите. Когда делать? Не знаю, но на днях. Тима, я сладкая рыбка, играется, да. Я там заварила себе иван-чай, привезла с России, который с мелиссой и мятой, по-моему. Сейчас попью горлышко, чтобы мое... Оно мне не болит, но вот как-то, знаете, бывает такое, что раз и голоса нет. У меня вообще уже ничего не болит. Чувствую себя замечательно, но вот как-то куда-то голос ушел. Потерялась я. А как ты потерялась? На батуте прыгала, помните такое в КВНе? Давным-давно. Так что вот так вот, вот такая я Маруся. Чуть телефон не посеяла. Вообще, ой, не могу. Вот, а еще сегодня так женщины там, ой, ты куда-то пропала, я говорю. А я им сразу говорю, в отпуске была. Я не знаю почему, но вот кому не говорю, в отпуске была, все спрашивают, как там родня? Почему все думают, что я в Россию ездила? Может быть, это логично? Ну, может быть. Я говорю, ой, нормально, говорю, все, надо вот прихожу, пришла жиры сжигать, столько жрать невозможно. Они, да, говорят, у меня тоже знакомая с Литвы, она говорит, тоже там, говорит, встречают. Я говорю, так это еще и полбеды, так я еще и с собой притащила. Она говорит, да, да, говорит, то же самое у нее. Вот, так что вот так вот все меня потеряли там, но мы нашлись. Хотя здесь праздников очень много было. День Конституции и день какой-то святой в субботу было. Потом эту субботу... Здесь, когда в Испании праздник выпадает на субботу, то так как и так выходной, этот праздник переносит на понедельник. Ну, то есть не праздник переносит, а праздничный день, то бишь нерабочий, да? И то есть у нас был так выходные дни, это пятница, суббота, воскресенье и понедельник. То есть особо-то спортзал и не работал. Вот. Но все-таки. Вот, буду пить чай, может быть, немножко горлышко у меня и это припадет. А так прям, знаете, когда хорошо, когда чисто. Еще пылюка еще. Я с этим пылесосом как дура говорю. Я раз 15 сегодня прошла с ним. Ой, не могу. Ну, потом спадет у меня пыл, жар к игрушке. Это точно. Ой, сейчас буду чай пить. Варю на завтра овсянку. Утречка покушать кашки. Что-то мне захотелось. Я сегодня утром варила в микроволновке. Что-то мне не получилось. То ли я не умею, то ли что. В общем, она у меня убежала. Несмотря на то, что дверь была закрыта, убежала. Поэтому по старинке сварю в кастрюльке. И пускай завтра просто разогрею и все. Вот. И с вами буду прощаться до завтра на такой вот каша на завтрашней ноте. Всего самого наилучшего и всем пока-пока, до завтра!